Пятый вопрос. О некоторых вопросах о внесении рассмотрения реализации инициативных проектов на территории муниципального образования городского округа Курган. Докладчик Партинюк Наталья Александровна, заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации города. Здравствуйте, уважаемые депутаты, все присутствующие. В соответствии с федеральным законом 231 в общих принципах организации местного самоуправления 236 о внесении изменений в федеральный закон 131 статью 35 устава муниципального образования городского округа в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и его части, необходимо принять проект решения о некоторых вопросах по внесению, рассмотрению и реализации инициативных проектов на территории муниципального образования. Предлагаю рассмотреть и принять проект на решение. Вопрос докладчика. Дарья Васильевна. Здесь вот написано у вас, вступает Андрей, с уставом. Статья, пункт устава не указан у вас. Да, всегда должно быть написано, что какая статья, какой пункт или что там, на основании чего, устава. Это первое. И предложение у меня сразу можно. Так как здесь связано с уставом, и у нас дальнейшие все вопросы, многие связаны с уставом, я прошу сейчас взять перерыв на 15 минут, дать прокурору ознакомиться и вам лично. Подождите, вы перебиваете. Вы меня перебиваете. Вы не ничего не отмели. Я не знаю, что вы. Дворник, что ли? Можно? Дальше я продолжу речь. Да. Я прошу взять перерыв. Сейчас люди будут решать, не вы. Будут решать депутаты сейчас. То, что я предлагаю. Взять перерыв, ознакомиться с письмом Минюста, так как дальше все вопросы связаны с уставом. И вам. Ознакомиться. Сделайте замечание. Вам замечание, Геннадий Сергеевич. Хорошо. Второе. Заносите. Я еще раз говорю, у нас первое было голосование. Второе. Вы предлагали эти вопросы убрать. Я вам озвучил, что никакого письма Минюста в администрацию совет не поступало. Унеси. Я еще раз. Мы проголосовали за все вопросы. Вы меня не слышите, о чем я говорю? Я еще раз повторюсь, что вы, Игорь Георгиевич, как председатель совета, подконтрольный и подотчетный совету депутатов. Так я сейчас обращаюсь к депутатам, не к вам. Вы перебиваете, начинаете. Я прошу взять перерыв, ознакомиться прокурору и вам с письмом Минюста. Помните, когда по уставу вы говорили, пришло письмо? Давайте ознакомимся сейчас, разберем. У меня предложение такое. Еще раз говорю. Вы выложили в интернет, отправили... Так вы же говорили, что вы не читали. В интернет вы выложили. Что? Я читал. Ваше, что вам ответили. Ну, читали? Ну, а то, что в совет и на администрацию не поступало... Письмо Минюста мне пришло раньше на 3 дня, а в администрацию еще не пришло. Я где-то лежал. Татьяна Анатольевна, тихаря. Нет. Давайте по данному вопросу. Я звонил вопросу туда, они сказали, что отослали раньше, чем мне, и отослали на электронку вам. Это как бы уже ответили. Это вопрос конкретный, да. Связано с уставом. Перерыв будет у нас в следующий вопрос. Я еще раз предлагаю, вы меня не слышите, вы что мне тут рассказываете? Я вам предложение мое сейчас взять... Ваше предложение какое, Геннадий Сергеевич? Конкретно. Взять перерыв, ознакомиться с уставом. Ой, с ответом Минюста. Второе предложение. Тут нарушение будет. Конкретное всего законодательства. Принять данный вопрос. Так, еще вопрос докладчик есть? Нет. Ставлю на голосование по мере поступления предложений. Первое предложение депутата князя Геннадия Сергеевича объявить перерыв. Передайте. Кто за? Оно запечатано. Перерыв. Раз, два, три, четыре, пять. Кто против? Так, не покурили. Воздержались. Ставлю голосование принятия вопроса в целом. Кто за данное принятие решения в целом? Кто за? Против? Воздержались? Раз, два. Князевич, вы? Я против. Я спрашивал против. Я поднял руку, когда вы сказали против. Я сказал против. Я не могу нарушать закон. Вы все нарушаете. Что вы смеетесь? Это не мнение. Шестое. Есть закон. Сергеевич, давайте не будем с места устраивать балаган. Мне приподняться, я могу встать. Шестое, давайте, шестой вопрос.